поводу тарифов. Насколько, почему и ну, чем обосновано, как говоря? Добрый день всем. Значит, на сегодняшний день прошло, все знают, прошло заседание Национальной комиссии, на которой были рассмотрены и утверждены наши тарифы. Рост тарифов предусмотрен, во-первых, законом Украины о пересмотре тарифов ежегодном, это первое. Второе, значит, последний раз тарифы пересматривались в 2017 году, и все основные базовые показатели по тарифу утверждались именно в 2017 году. С того промежутка времени существенно изменялись как цены на энергоресурсы, так и средняя заработная плата, так и цена на газ, на электроэнергию, на остальные составляющие тарифа. В связи с этим мы согласно методике разработки и утверждения тарифов, разработанной Комитетом министров Украины, подали соответствующую заявку в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики и жилищно-коммунальных услуг и согласно утвержденной процедуре утвердили разработанный тариф. Насколько рост для населения? Рост для населения составил 34%. А для бюджетных предприятий? Там рост чуть выше, на уровне 40. И для бизнеса, и для, для промышленности? Да. Еще такой вопрос. Ранее давали информацию, проговорите на камеру, пожалуйста, что платить нужно будет весь год. Насколько это имеет место? Значит, мы на сегодняшний день, смотрите, еще раз. Платить прошло ряд информации, которые в средствах СМИ по поводу того, что с Нового года все начнут платить по-новому. Эта информация не соответствует действительности, сразу говорю, поэтому мы работаем над тем, чтобы на базе утвержденного тарифа Национальной комиссии разработать и утвердить так называемый двухставочный тариф. Для этого необходимо также пройти процедуру согласования с Национальной комиссией. Так уже второй этап, ну, более, скажем так, не то что упрощенный, по похожей схеме. То есть у нас все базовые показатели к расчету, по расчету тарифа есть посчитаны, они составляют единую целую тариф. И теперь необходимо разделить этот тариф на две составляющих. Это постоянная составляющая, условно-постоянная и условно-переменная. Я уже ранее говорил, что условно-постоянная составляющая – это все затраты, которые несет предприятие, не связанные с отопительным сезоном, это содержание, заработная плата персонала, это ремонтная составляющая, это те минимальные работы, объем работ, которые необходимо проводить для подготовки и текущей эксплуатации оборудования и тепловых сетей. Соответственно, переменная составляющая тарифа, она состоит в основном из затрат по электроэнергии, газа и воды, которые необходимы для, которые являются неотъемлемой составляющей собственно, производной тепловой энергии. Поэтому будет условно-постоянная и условно-переменная. Условно-постоянная будет оплачиваться в течение всего года, условно-переменная только в течение отопительного сезона. Соответственно, мы условно двухставочный тариф сможем применить, ну, по моим прогнозам, это не раньше мая месяца текущего года. Спасибо. Текущего года. Да, 20-го, да, извините.